Прогулка закончилась несчастным случаем. Во вторник в Иванове с крыши четырехэтажного дома упал 11-летний мальчик. Подросток получил перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую и сочетанную травмы. Пострадавшего доставили в областную детскую больницу. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Возбуждено уголовное дело. Следствие выясняет обстоятельства происшествия и причастных лиц. Стало известно, что на чердак мальчик забрался через открытый люк. Следить за тем, чтобы доступ на крышу для посторонних был закрыт, должны в управляющей компании. Обслуживание дома осуществляет управляющая компания, специализированное предприятие ЖКХ «Жилищник», сотрудниками которой в нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда не обеспечено оснащение выходов на кровлю входными дверьми или люками, закрытыми на замок. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.